Приветствую вас, земляне, с вами сенсей. Давайте сегодня продолжим игру. Название вы все ее уже знаете. Госпожа Йен, подкаблучник. Заходите на YouTube, у меня более 700 роликов. Всех жду вас на YouTube. Если вы смотрите на YouTube, значит, этим меня поддерживаете. Не смотрите, что у меня просмотров не так много. Люди смотрят, роликов много, поэтому пока буксую. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте лучшая игра в своем роде. Ведьмак. Не добрались до его заметок. Сейчас все крутят, все старье. Нового ничего не выходит, и если выходит, кривое, убогое и так далее. Приходится заливать старые вещи. Так, что у нас тут? Я, по-моему, остановился на черте на этом. Картечь вот можно взять. Я уже забыл, как пулять-то чего. Сейчас руки вспомнят, как что делать. Да, этот жирный, его трудно тут убивать. Он что-то у меня сложность пропала, что-то какие-то глюки у меня с игрой. Уровень сложности пропали. Стратил картечь, вот тупица была. Вот тут надо покурить сесть. Перекур сделать. Что-то меч он не всегда вынимает. Что-то какой-то глюк с модами, что ли, что-то произошло. Погодите-ка вы тут меня вообще. Надо волков этих сначала замочить, наверное, скотов. А потом этим чёрным. Блять, опять какие-то волки взялись. Вон он там наращивает сидит. Я говорю, сейчас будет тут сложности с этим барбосом жирным. Я, по-моему, что-то не на легком играю, мне кажется, блядь. Такое впечатление. Да. Я не могу сложность изменить. Я не знаю, что у меня произошло, но я не могу изменить сложность. С чем это связано? Самое плохое то, что здесь еще не сделал я. Нечего мне сделать. Это ночное видение. Ни черта не видно здесь. Этого чертова. Что-то у меня со сложностями, не пойму. Сделал на легком вроде, а? Такое впечатление, что он ни хрена не на легком. Так, где у меня игровой процесс-то? А, нет, вот, появился, видать, что-то я убрал. Значит, барбос такой, да. Наверное, надо все-таки с факелом драться, чтобы видно было, кого убивать-то. Так, надо сразу выпить всю эту хренотень. Если она будет работать сейчас, черт, а после отдыха она, наверное, не будет работать. Точно.
собаки эти мешают тут. Не все. Он сейчас опять оживет, этот барбос. Нет! Перестань! Не трогай его! Ты с ума сошла? Отойди, он опасен! Не для меня. Это Неллин. Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь! Я его люблю. Он почти уже был мой. И тут объявился ты. Уходи. Оставь нас. Что ты несешь? Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда. В ту ночь я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделала это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Ты придется мочить его. Что делать? Нет! Не трогай его! Убирайся отсюда, быстро, пока я не... Сохраниться там... А, по-моему, нельзя сохраниться. Эх ты, блядь, сейчас я сдохну. Вы видите, как он, блядь, два удара и все нахер. Ничего не видать, темнота, блядь. Самый говенный вот этот, черт, ну. Надо было плевать, пусть сожрал бы он эту мерзость. Кобыла. Он еще отравляет чем-то. Травит меня, блядь. Я не могу понять, почему они так сделали. Не с того места. Так, ладно, давайте бомбу возьмем. Сам себе. По-моему, ни черта его. Ослепляет только, да? Картечь, по-моему, вообще на него не есть. На этого мерзавца. Квен, блядь, надо, чтобы он меня не долбил, блядь, особо. Блядь. По-моему, он тоже ни черта не даст, этот Квен. Так. Ну что, паскуда? Да ты нахер. Надо волков сначала этих вынести. Чтобы они тут не мешались, да, к ней под ритузно. Какой-то волчонок тут крутится. Надо слепить его этой херней. Нет! Ты с ума... Нет, это мы! Лик. Ты не... Что ты? Я люблю его. Ты? Знаю. Если бы она увидела... С големами я так не дрался, как с этим чертом. Но...
ты больше никого не убьешь. Нет! Не ты... Убирайся! Достал у меня этот черт. Жаль, что все так кончилось. Блин, не ту жрачку съел. Включай фонарь-то свой. Тупорез. Чего фонарь-то у меня не загорается? Не пойму, теперь фонарь не загорается. Я говорю, что-то какие-то глюки, блин, с игрой с этой. Фонарь закончится, что ли? Факел? Да не может быть такого. Что-то я даже не припомню, чтобы что-то это закончилось. А кто это там такой красный, смотрите? Может, наверху там уже кто-то шарит, на какая-то барбосина. Очко одно есть, на. Наверное, надо это все-таки убрать. Что у нас тут? А, вот эти надо делать-то, господи, я уже все забыл. Вот это я что-то не помню, что-то такое. Арбалет я вообще никогда не качаю. Да плевать, пусть это торчит. Так, как увеличить-то? А, улучшить, вот. Все, перекурил ты, мужик. Факел, давай, доставай. Что там с факелом-то? Все, не горит, как факел будет. Вот, кто это такой здесь? Вот? Я говорю, какие-то глюки. Кто это вот здесь? Может, он наверху? Так, ключ я там забрал. Надо пробздеться тут. По-моему, что-то у него есть. Сохраниться, а то нахрен опять потом ковыряйся тут играй. Вон эта курица. Завалил подругу свою. Мерзавка. Где чемодан-то? Почему ты факел не зажигаешь? Че, у тебя огниво кончилось, что ли? Я не могу понять. Че такого вообще не припомню. Он должен всегда гореть у меня этот факел. Не разговаривает она со мной. От чего же ключ-то я взял? Вот от того ящика? Давайте посмотрим, что тут ключ-то от чего. Может, от этой штуки ему надо по мозгам-то было дать? Вот он ключ. Использовал я его? Нет, не знаю. Козел. Ну ты, козел, говно перестал свое доставать, да.
там посмотрим. А, вон там что-то. Я и забыл. Я 5 игр заливаю. Господи. Заметки. Интересно, кто их писал. А что это за заметки? Ну, эту козленок. А, кстати, у меня почему-то я не видел это. Бестии, блядь. У меня что-то не появился этот барбос. А, вот он появился. Ничего у меня нет. Вылазь нахер отсюда, все. Тёлка это без надобности. А, здесь можно не подходить, я уж запарил. Так, давайте задание посмотрим, что ли. Что у нас там по заданию-то? Ведьму потом с ней разберемся, с ведьмой. Урк, урт, этот вонючий. Так я не пойму, что-то другое. Найти жену барона. Че не так-то, я не пойму. А мне все туда показывают. А, я могу через них найти, точно. Точно я вспомнил. Через них я могу найти, сейчас я вспомню. Давай, где ты, плотва? Сорвались. Блин, эта темень надоела. Там еще есть мод на вот на эту темень. Невозможно играть в такую атмосфере. Давай поворачивай что-то. А тут, по-моему, забор везде. Ну, спрыгивай. Ух ты, полетели. Полетел. Ход-то я что-то не помню где. По-моему, каждый раз я в этот дресне ищу ход. Ты что, не скачешь-то? То факел не зажигает, то не скачет. А, здесь мерзавцы будут сейчас точно. Жердяи какие-то. Сейчас мы их на жопу посадим. Только нам сначала... готовится. Может, вот этим потолкать их. Открывай! Ну-ка давайте, архаровцы. Эх ты, блядь, ты откуда, сука, взялся сзади-то, блядь? Найти вам пакетик. Куда побежал она? Иди сюда, блядь. Нахлобучил он меня, вы видели? Пу-у-у, топор вместе с лапой с его полетел.
Ну, где вы там, жеребчики? Я только разошелся. Лупит он, вы видите, блядь, как сделали они. Лупит, плевать, сверху, снизу ты находишься. По-всякому лупит. Да. Не промахивается. Конечно, бой в Dark Souls, и мне больше нравится там вообще анимация и все это такое дело. Поинтереснее тогда. Там уж больно наказывает игрока. Все, ребятки. Вот так вот, такая участь вас ждала. Пузырьки эти с водой меня уже задрали, блин, каждый раз. Тут, кстати, нужно многим поживиться, блин. В этом месте, где эти барбосы. Свинью, блядь. Живая, дохлая, валяется. Промежности какие-то собрал у нее. Ну-ка, зажги. От твоей жопы я сам стою. Оторвать ему яйца. Ничего себе смелый, ну-ка. Хватит болтать, блин, бой. Блин. Все, уж завалил ты его. Не надо к каждому предмету нагибаться. Вот это, конечно, большой плюс. Какой-то червяк орёт опять. Где этот туземец? Не подойдет он? Не давайте его продохнуть! Сейчас будем выбрасывать деревяшки эти. Куда ты подзаменил? Да плевать, потом разберемся. Притоны у них тут, да? Серьезный. Блять, не то нажимаю. Опять я путаюсь в кнопках. Потратил он, блядь, зря. Где эти скоты-то? Чуть не вижу я их. Куда они подевались все, мерзавцы? Там еще вроде бы где-то должны быть. Шкерится где-то. Все ему надо поджечь, как, блядь, трехлеток. Мальчишка трехлеток. Все ему надо везде, блядь. Давай все, пойдем вниз, нахуй. Надоело тут буксовать. Где дорога вниз? Только все наверх, а вот. Я что-то не припомню, что тут вообще надо сделать здесь. Вот, по-моему, что-то надо сделать. Ой. Все, крючок этот пропал. Передохли они, что ли? Вон, вон там это. Наверху где-то. Сюрприз какой-то. Это вот здесь вот. А, это, наверное, в самом низу. Вот здесь вот. Ну-ка, давайте-ка сюда чемоданы-то мне. Отлично. Наставили палок этих поганых.
Все, обчистил эту. Все, мужик, сваливаем отсюда. Надоело. А что, мне сюда вот надо бежать? Ой. Выковыриться надо сначала. Где лошадка-то? Где тут торчит, давай? Вот он. Оп, сорвались наши городских. Вот здесь сейчас пара заданий будет интересных. Там этот дурак, этот жирный. По-моему, в этом месте. Гоблин-то. Мерзавец. Херачил там все, шоблин. Да пошли они нахер, давай дальше буксир. Морды откроет дверь. Дождик. Ну лошади, конечно, неправильно сделали открывать. Понятно, что легче, проще все. Но с другой стороны. А, я уже все проскакал. Все задания. У меня, по-моему, грамота есть. Черт, чертил, у меня дал грамоту. Стоять! Прохода нет. Что, в городе чума? Чума? Нет. Сказали никого в город не пускать и не выпускать. Ну, если только грамоты нет. Ты об этом? Дай-ка взгляну. Печаточки не достает. Такой, красный. Да быть не может. Может, в гражданской обороне опять забыли. Они там сейчас жутко занятые все. Ну ладно, проходи. Дьявол, блядь. Проходи. Открывай ворота. Прожжу, блядь. Че ты здесь, не скачешь, что ли? Какун вонючий. 50 кадров записи вроде держит. При такой погоде это нормально. О, куда? Сюда что ли? Да, вроде сюда. Ну-ка с дороги, мужик. Ну, куда? Сюда, куда сюда? Лучшие товары, поэтому... Тут вообще надо сразу вокруг пробежаться, как я всегда делал. По кругу ширка. Винт я не играю, даже представления не имею, что-то я один раз сунулся и сразу бросил затею. Так, давайте вокруг пробежим, откроем карту. Здесь быстрее, чем на лошади, бегом. На лошади нельзя здесь, я так понял. Так, а где палка-то здесь вроде была? Кузнец, огурец. Пести чищаще. Так, здесь есть подъем. Вполне. Ну, с дороги. Барбосовы. Как тараканы они тут. Я что-то углубился, ребят. Ну ладно, плевать. Все, фишку это открыли мы, хорошо западные ворота открыли. Так, а что у нас такое? Найти там ворота, сюда нам надо, да? Ну ладно, хоть бежали дальше.
Без разницы, что отсюда бежать, что отсюда. Она как раз на берегу здесь, в доках. Насколько я помню. Опа, открыли вот эту щеку. Так, вот здесь вот она. Так, здесь, вот здесь, по-моему. Но шли. Я ищу Тамару, дочь кровавого барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас милздарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, милздарь, я ее сейчас приведу. Одни и те же рожи в этой игре, везде. Как у врагов одни и те же рожи, так и у людей. И даже у главных героев. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно. Геральт из Ривии. Так, как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. Тигрица. Твой отец дурной человек. Я не удивлен, что ты зла и расстроена. Так зачем ты ему помогаешь? Зачем взялся за эту работу? Потому что у него есть сведения о том, кто мне очень близок. Он обещал мне все рассказать, если я найду тебя и твою мать. Понимаю. Этакий шантаж. Вполне в его стиле. В любом случае, ты нашел меня. Можешь ему передать, что я жива и что я никогда не вернусь. Я бы не хотел об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда. Всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Уже есть ребенок. Войцех говорит, что в руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула, скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Знаешь, что это может быть непросто? Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовище. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден. Охотник за чародейками. На службе его королевского величества Радовида Реданского. Фашист какие-то. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны.
Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь вечного огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло вечного огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься? Никогда ни в чем не была более уверена. Вечный огонь — лучшее, что могло встретиться мне в жизни. В таком случае, остается пожелать тебе удачи. Спасибо, что ты оставил мне выбор. Всего доброго. Скатертью дорога. Так, барону надо, по-моему, сообщить. Сейчас посмотрим. Или ее надо найти сначала. Как бы не профукать задание. Так все серьезно, блин. Я один раз профукал. Ну и где, чего? Черта не понятно. Не вижу я, не вижу значка. Давайте до этого черта, что ли, дойдем. Так, чего нам надо сделать здесь? Где это прорицатель? Барбос. Я найти никого не могу нахрен на этой карте. Ни одной отметки не могу найти. Где это уродец? Прорицатель. А, вот это, наверное, курица-то. Прорицатель. Мужик. Мне что-то задание, что ли, все, блядь, пропали что-то. Не могу не найти. А, вон. Вон где. Блядь, больно далеко еще. Опять я потерял, блядь. Где опять? А, вон где. Бля, я про маленькую карту забыл, про эту карту маленькую. Как раз к барону зайдем. Попробуем с ним перетрещать. Потому что я помню, что ты не сделаешь, если... Может не так пойти. Все, конь там серогорбый, сейчас заблудится. О, молодец какой. Какая ты молодец. Подруга. Давай, погнал! Ну что ты... Перевес, что ли, у него, я не пойму. Он не скачет на лошадь. Перевес, наверное. Потом сюда вот вернемся. Надо сбросить эту всякую дрянь там. Ненавижу эту возню, вот этот сброс этот. Сначала надо вещи одеть, какие лучше. Только потом. Сразу ничего нельзя сделать. Это, конечно, просто двойка, прям двойка. Вот, да? Торговлю 2 вот поставил бы я. Уволил бы я нахер. Этого черта бы я уволил. Вообще, блядь. Кто этот говно придумал? Все. Давай ты, свиненыш. Чем могу служить? Открывай свои карманы. Я хочу посмотреть твои товары. Копик какие-нибудь набрал. Ничего не берет. Представляете? Все. Так, тут нам ничего не надо. Это я вообще первое время покупал вот это говно все. Да оно мне без надобности. Мне нужны доспехи.
Так, а где починить? Вот, я искал починить. Все, починил. Разбирать нам тут ничего не надо. Все, пошел он нахер. Все, бывай, прощай, прощай, бывай. Ничего не обещай. Так, где у нас барон? Харька это уже новая мать. Матрешка какая-то плачет, стоит, видно. Где вот он сидит, этот барон? Он сейчас не будет со мной, наверное, разговаривать. Пойди с глаз давай. Ну и хрен ты сейчас найдешь. Да ладно, пес с ним, с этим бароном вонючим. У меня жопа сгниет, если лить не перестанет. Лить? Он с жопой кверху вот так стоит, видать, жопой кверху. На руках ходит, блин. Привет. Ну? Баран кивнул. Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете Кликотуном. Ну да, завелось. Коров, так сказать, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Мне погода это задрала уже. А он у его милости в охотнике. Может, день перемотать? Сказал, что с него хватит, и что он эту бестию прогонит. А-а-а. Взял топор и сел в засаду на Кликотуна. Взорвался со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Я знаю, что времена тяжелые, но придется отсыпать побольше денег. У вас целая орава там. Даст сколько? Можно и докинуть немного. Блин, вы заради нас головой рискуете. Просчитался я. Самое время, чтобы этим Кликотуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя, того, что сгинул. Здесь имена-то хоть более-менее такие, а то вообще такие имена накрутят в играх. Ведь не выговорить. Понимаю. Где его искать? Да тут он, в моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла, вот теперь отца потеряла. Вот я его и пригрел. Может, поговорим? Оставь меня! Успокойся, я... Оставь меня! Я хочу отомстить за твоего отца. Но для этого я должен понять, что его убило. Кликотун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха, только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я слышу, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит, а в животе у него дыра. И стонет, и кричит. Я хотел помочь, но как? Как? Спокойно, спокойно. Будь здоров, малыш. Багдади, все спокойно. Все, пойдем сейчас по яйцам надаем этому Кликотуну. Давайте посмотрим, бестик-то есть у нас там этот барбос. По-моему, нет, наверное, да? Вызываем скоро. Всякие
Это Dark Souls сейчас последний вышел, блядь. Типа Ведьмака они там лошадь прикрутили, блядь. Ой-ой-ой. Давай здесь лезем. Возьмем цветок. Блядь. Погоду задрал у меня до последнего. Следы путаются. Монстр зашатался. Наверное, он был ранен. Дядь уже ушел. Где это? А, вот. Кровь монстра. Отсюда. Ага, да. Следы ведут в пещеру. Куролиск. Ну вот и пестик он сейчас поедет. Козленок. Куролиск. Где он, этот барбос? Не появился? Вот этот грифон. А Куролиск где? Да ладно, мы его так делали. Так, чему картищу, по-моему, шураны. Орёт так, что, блядь, не слышал перевода, но. Пока он рядом. Вот он. Теперь не уйдет. Где это барбосина? Ах ты, сука, мерен! Смотри, начал своими дрочилами тут. Тихо-тихо, бля, сейчас задолбит нахуй. Да что ты за конь-то, блядь, серогорбый, ну? Все, сдох я. Просто забить не получилось, ну. А из лука он стреляет вообще по чайной ложке, блядь. Неделю там надо стрелять, пулять из этого. Я вообще луки эти, арбалеты терпеть ненавижу. Вот он. Теперь не уйдет. Картечи у меня нету нахер. Вот, наконец-то, блядь, нормальная погода. Картечи ему по яйцам надо шуровать. Может, вот это его?
иди сюда. О, какая-то хренотень тут. По три раза будет здесь нахер, блядь, ты чё? Барбосы тут, блядь. Огрызается, блядь, мерзость. Видите, он меня травит. Не любишь серебро, да? Да что ты, блин, пока я включаю эту хреноту? Смотрите, травит меня, козлина ты этого. Ну все, сейчас сдохнет опять. И сдох, блядь, уебок, блядь, вонючий, на. Чё-то надо... От этого какую? От отравления, блядь, делать. Потому что задрал он же, блядь, травить меня нахер. Второй ублюдок и травит. Вы видели меня, как быстро отравление? И все, и погнало, блядь, мазь там. По-моему, у меня пузырек какой-то есть там против отравления, блядь. Все, он сейчас, наверное, опять его мочить надо. Ну... Давайте Квен опять, что ли, с Квеном попробуем. Может, травить не так близко. Че, у меня отглушилка стоит? Да, блядь, Квен-то делай, ёпты! Урод, блядь! А, вот картечь. Без Квена, блядь, никуда нахуй. Блюдок, блядь. Вот только Квен спасает, блядь. Больше тут нихера ничего не спасает. Не сдохни только опять. У меня так просто я разучился, видать, в это играть в эту игру, что что-то валит меня на легком на сюжете, блин. И вот появилась сейчас шкала сюжет. Что-то я переустановил все моды. За бабосами пойдемте. Что бы мы делали из этого пополнения и лечения? Да. Ну, эта игра ведь не Dark Souls. Здесь именно вот сюжетом она берет, всякими заданиями интересными. И она очень длинная. Если даже по сюжету просто идти, она очень длинная. Безумная. Кликатун вас больше не тронет. О, спасибо, мастер Ведьмак. Будьте любезны, ваша награда. Немного, но, как говорится, курочка пойдет. Да лоханулся я, конечно, надо больше было брать. Ну, нахер. Благодарю. Это не его же деньги, да они все, всем народу собирали. Мальчишки отдали, бля. Весь народ собрал деньги, бля, а он сейчас мальчишки отдаст. Да как же, бля. Че у тебя тут, мудрец, бля. Покажи мне свои товары. Че-то у него надо купить тут. Ну и купить-то нечего. Религия какая-то нахер. А, вот эти у меня кончились, наверное. Тридцать объем. Да плевать, сумки себе.
раздражает эскейт, вот не срабатывает. Нажимаешь эскейт, и чтобы тоже бы сработало. С ведьмой тут мы на следующий раз оставим. Там будет эротика. Эротики, возьмите меня в эротики. Вот этот черт у меня где-то тут исследует. Что тут исследует-то? Кого-то надо расспросить. Я не помню, где это логово вонючее. Гнезда вот здесь рядом. Пойдемте завалим гнездо. Так, собака-то у меня сейчас будет скакать на ноги. Дороги! Ну тебя, Гуга. Тихо, тихо, осторожнее, в воротке. Гололёты. Сейчас пульнет, блин. Все. Быстро мы тут с ними расквитались. Добро пожаловать в ад! Гнездо гулей, надо его уничтожить. Сейчас у меня самус-то есть это там. Что это? Нищета одна. Нет ничего у них. Успехи персонажа. Опа. Да блин, да что-то я все путаюсь-то, а? Вот это тоже надо качнуть, сбивать с ног этих ублюдков. Так, дальше что? Давайте посмотрим, что у нас там дальше. Дела семейные, что-то я не могу никак разнюхать. Да. Змей мы не будем искать, мы будем сразу следующую. Давайте вот эту вот возьмем, он вроде недалеко. Давай, иди сюда. Висяков было сняли, давай, кто там навешал. Хорош. Придумать вот это вот все, вот эти леса, вот это все. Да. Говорят, что Ubisoft там отлично все делает. Да, по-моему, они переплюнули Ubisoft. Просто они залезли не туда, куда надо. Залезли. Так, где эта штука-то, я не пойму. Придержи. Вон он мост. Да и слази нахер, так быстрее побежал.
А хорошему тебе сказать? Многое можно узнать. Эй, ты! Чего надо? Я по поводу объявления. Кажется, у вас неприятности с каким-то чудовищем. Неприятности? Эх, ты ладно выразился. Да мы, сука, в самой черной жопе. Вот такие у нас неприятности. Сидит какая-то кудлатая хуйня в лесу и нападает на каждый гребаный транспорт, который едет по большаку. У нас уже болты кончаются, стрелы, провиант. Нехорошо. Послал я пару людей, чтобы глянули, что там и как. А они не вернулись. Дело такое. Принесешь мне башку этой манды, получишь золото. Сколько в объявлении написано? Торговаться не буду. Квартирмейстер больше не даст. Но могу от себя добавить грамоту, с которой можно через понтер перейти. Ну так как, по рукам? Неплохое предложение. Посмотрю, что можно сделать. А ежели кто не помнит прежних уговоров... Откуда бежать ближе? Отсюда, наверное, все-таки по полю, прям по полюшку. По полю, полюшку. Давай, Эрик, сюда. Пойдем манду эту искать. Чего уставился? Ходит такой. Отступите от людей. Тогда зажали их. Вот так как-то, да? Рванем напрямую. Крючки я давно никакие не делал, там это, камни-то эти, прокачки-то. Ну мы на легком играем, без с ними, попадутся так, по ходу крючки. Вон какие-то живоглоты, тут глохочек, блядь. Смотрите, в серии-то, что ли, он так? Смотри, чуть не рубанул меня. Все разграблено. Или кто-то свистнул груз уже после нападения монстра, или наш монстр коллекционировали трупоеды. Но они сбежались на все готовое. Следы когтей, тупых зубов. Здесь пировали трупоеды. Когда прыжок нажимаешь, он прекращает. Трупоеды. Другого варианта я пока не знаю. Так и будет говорить. Ты что палку же достал? Раны как от когтей. А здесь стрела, обломанная у самого тела. Что-то здесь не так. Пойду по следам. Следопыт вонючий. Стой-ка. Ты ласточки на траву дам. Одуванчик, ласточки. Все тут надо, но вот в основном вот этих компонентов. Здесь стоит осмотреться. Давай этих барбусов, блядь, за барбусик. Куда ты? Опа, ребятки, ну, попки потеряли. Садись. Че у них вывалится? Мозги, блядь, кости какие-то. Ну. Че они тут охраняли, эти барбосы, ну? Рогошник какой-то. Нам сюда, да, похоже. Просто подстава такая была. Еще один. Скеты или что ли? Будет лишняя дырка, да Ина. Чего ты тут ищешь? Бросай оружие. Хватит вам уже убивать людей. Нет, не хватит. Умрет по крайней мере еще один. А это мы! Опа! Разлетелись, блядь, тараканы, блядь, вонючие. Ну, ск-
сколько мне еще ждать? Да где ты, тварь ты, блядь, вонючая? Где-то еще одна мерзость. А, вот она. Я, короче, всегда с ними договаривался. Честно вам скажу. Я их никогда не убивал. Просто решил убить. Потому что всегда по одним тем же правилам ходить тоже не очень. Ну, где-то я, конечно, позволить себе такого не могу. Но... запасы пополнить. Я здесь был вообще? Нет, вот это. Читал я эти бумажки. А в те шахты он набрал баб из кузницы. Так, где у нас это? Добычу-то куда отнести? Давайте вот сюда и вот здесь. Посмотрим, что там за хрена тянется. Крючок. Ну давай уже, а. Прибавь газку-то. На. Опа! Ну смотрите, живность сколько здесь, да? Не пустой такой. Чё-то вот только птиц мало, я заметил. Проваливай, покуда ноги. Блядь. Помахнулся нахер. Идите сюда, блядь. Опа, один есть. Давайте вот эту щелкну. Он вообще застрял. Ой, персонально. Эх ты! Ты-то откуда взялся? Блядь? Не успел я. Давай-ка посмотрим, пошарим их в карманах. Мерзавцы эти. А здесь вон клетка стоит еще вдобавок. Ну-ка. Это ты зря. Ни хрена не зря. Топорщики, блядь, ненавижу их, этих скотов. Брыкаются они, скоты. Пока не падают, не прокачаны у меня этот хренотень, блядь. Да все, ребята, закончим тут на этом. Надоели вы с вами базарить, блядь. Ключик. Сиди пока, я тут разберусь. Долго там сидел. Ну все, блядь, ёпты, какую-то дресню подхватил его. Сифилис, пока бегал. Опа. Ребятки, давай я тебя выпущу. Вылазь нахер, купец. Взять что-то. Ну, базарим. Чё молчит-то, блядь? Ты чё, блядь, не выходишь? Козёл. Ищите мою лавочку у моста через Понтер. Вообще-то у меня товар только для войска, но для вас я сделаю исключение. Ну ладно, хоть это радует. Не зря я тут остановился, похоже. О, пошел уже. Ну он лошадь возьми, тупица. Корректу глупый. А это и был крючок. Это крючок и был. Блин, вообще засвет такой, да? Опять я тут заблудился, нет? Блядь, проехал, блядь. Увлекся нахер. Я бывает, когда таксую, так же проезжаю мимо, блядь. Ну, наконец-то. Ну как, нашел чудовище? Не было никакого чудовища. На конвой нападали эльфы из отряда Скетаэлей. Возьми. Это их беличьи хвосты. Скетаэли, значит. А я-то думал, мы этих крыс всех до единой перебили. Что нелюди поумнели. Ну, значит, надо будет их вразуметь. Составим список длинноухих со всей округи.
повесят каждого десятого. Вот они. Мы видео шлип такой вообще, да? Вы не замечали? Вижу, уж такие, как у слона, блядь. Хорошие железные. На, чтобы не проткнули. Вот золото и грамота. Усиленные это. Сбоку, удар сбоку, мечом, блядь. Для усиления эти. Где это я отметил? Здесь где-то. Прожирного здесь как раз, по-моему, интересный квест. Жирдяйка, вот. Грамотку не желаете? Дешевле, чем у меня, не найдете. Что еще за грамотки? Вы ничего не знаете? Реданцы заняли все броды на Понтере. Да вам повезло. Да ничего я покупать не буду, нахер он. За столько я куплю золоченую карету, а сам оденусь родовидом. Ежели у вас денег не хватает, так что поделаешь? Ладно, не договоримся. Эй, подождите. Может, у меня для вас найдется работа. А, ну вот, да, как раз. Скидочку. Да нахер он нужен? Я должен еще подумать, бывай. Идете со мной, корешки собирать. Или взять у него все-таки. Снова вы. Может, грамотку? Нет, все, нахер. Ладно. Эй, подожди. Вот, работа, давай. Сейчас я узнаю, что за работа. Недалеко отсюда, к юго-востоку, Шурин мой открыл дело. Вместе с другими людьми поле битвы убирает. Беда в том, что им все время докучает какая-то нечисть. Ну, знаете... Ну, точно, да. Что к трупам тянутся. Если бы вы поохраняли моего Шурина, я бы вам прекрасную скидочку нарисовал. А, нет, это не то. Ладно, посмотрим, что я смогу сделать. По-моему, не то. Просто надо там разбить кого-то. Ну, будет рядом, разберемся, пока не будет. Так, здесь его только что был, наверное, распутил или нет. Гвинт, просто не хочется забивать гвинтом, здесь задание. Ну. Что-то я очень слабоватый, похоже, ребята. Так, мне на кота, змеи я не буду делать, выполнять задание. Где у нас этот прорицатель? Ну вот здесь где-то недалеко. Чего себе недалеко, бля. Да вообще черт знает где. Да ладно, черт с ним, сын. Братья будет задать. Дракон ужасный, синеглава. Ну давайте, ладно, на этом остановимся. Я думаю, пока достаточно. Храниться надо. Заходите на канал, 5 игр я заливаю в неделю. Вот такие дела. И не только игры у меня. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.